И снова N4K.ru информация о Ефремове. Опровергнута информация о новом тюремном сроке для Ефремова. И что тут говорится? Накануне была опровергнута информация о том, что актеру Михаилу Ефремову грозит новый срок, если его уличат в переговорах с Андреем Гаевым, Александром Копцом и Тиваном Бадосяном. Ну надо же! По информации осведомленного источника, Ефремов ни разу не нарушал условий домашнего ареста. Это может подтвердить также с помощью камер наблюдения, размещенных на его доме. Встречу Ефремова с обвиняемыми в лжесвидетельстве опроверг и его бывший адвокат Эльман Пашаев. «Это чушь собачья, он ни с кем не договаривался и не мог договариваться». 4 оперативника 24 часа в сутки охраняли переднюю и заднюю дверь части дома, где подъезды, поведал адвокат. Тем временем еще один адвокат Ефремова, Андрей Алешкин, может скоро перейти на работу в государственные органы власти. Скандал на фоне статуса адвоката только набирает обороты из-за жалоб Михаила Ефремова. Ну надо же. Ой, не удивляйтесь, потому что канал новостной должен что-то печатать. Именно о Ефремове. Тогда будет читаемость этого канала, а так они рейтингом уходят вниз. А если напечатают что-то о Ефремове, то они поднимаются на первую страницу. Ну, а на этом всё.